Всем привет, это «Дачный ответ», я Илья Западенец. У наших сегодняшних героев на участке есть вполне себе традиционный колодец. Но вот так вручную воду отсюда не поднимают. Герои установили здесь насос и кран, добавили технологии и комфорта в свою жизнь. И с домом хотят проделать то же самое, чтобы он стал современнее, воздушнее и удобнее. Но дом не колодец, с ним все сложнее, поэтому и написали нам. А мы приехали, не могли не ответить на призыв четырех прекрасных дам. На даче Шарликовых нет ни грядок, ни теплиц. Есть аккуратный газон и изгороди, ели, розы и альпийская горка. Потому что приезжают сюда хозяева не за урожаем, а за вдохновением. Дача, ну это маленькая жизнь, это лето, это праздник, конечно, ну и немножко труд. А еще дача оказалась отличным педагогическим инструментом. Глава семьи Любовь преподает русский язык иностранцам в педуниверситете и академии имени Гнесиных. Очень часто приезжают к нам студенты, наши замечательные гнесинцы, наши замечательные МПГУшники. Будущие учителя и музыканты хорошо знают дорогу на дачу Любови Гертрудовны. С песнями под шашлык китайским студентам легче проникнуться русской культурой и увеличить словарный запас. Устраиваем конкурсы, турниры спортивные. Дочь Любови, Валерия, тоже преподает. Работает в одном институте с мамой. Дома отвечает за мелкий ремонт. Может и гвозди забить, и технику починить, и добавить красок старой мебели. Я даже не искала никаких рецептов в интернете, как это делается. Я делаю это по наитию души. Дочка Валерии, Мира, на даче с удовольствием проводит все каникулы. Практикуется в настольном теннисе и пополняет жуками и бабочками свою серьезную энтомологическую коллекцию. В кузнице молодые кузнецы. Еще один частый гость – практически член семьи, крестная мать Миры Светлана. С Любовью они познакомились 30 лет назад, благодаря мужьям, коллегам по работе. Детей растили вместе, заботы делили пополам. С мужем Любовь в разводе, а подруга всегда приходит на помощь. Прям по окружности поливай. Ага, чтоб водичка шла под корешок. Ну, мы тебя целуем и любим, давай. Рождение внучки так повлияло на Любовь, что она начала писать стихи. Уже издала несколько книг. Стихи рождаются, как всегда, из ничего. Что-то кто-то сказал, вдруг я это вспомнила. Любое слово, любое движение. Вот абсолютно из ничего. Так у Шарликовых появилась новая традиция. Они устраивают литературное чтение у камина. Его спроектировал знакомый архитектор. Вот по рельсам катит поезд. Он похож на мамин поезд. Там в окошках едут точки. Это мамы, папы, дочки. А потом пьют чай в кухне. С соблюдением правил традиционной китайской церемонии. Заварим наш прекрасный чай, привезенные моими китайскими студентами из Китая. Есть в этом что-то, правда, вот в этой церемонии? Приятно очень. Заваривать можно несколько раз этот чай. Да, поэтому эти пялочки такие маленькие. Мы можем все еще подливать. И наша беседа будет очень долгой. Бесконечной, да. У вас много интересной посуды в доме. Да, прабабушка Полина. В 1905 году она была девочкой еще. Она шла. И кто-то выбросили вот эту замечательную вазочку. Наверное, это роза, потому что видим шипы. Она, конечно, раскололась, но мне ее жалко выбросить. Поэтому мы ее ставим на стол, как память о бабушке Полине. У нас есть несколько полочек, где мы раскладываем красивую посуду. В гостиной? В гостиной.
Вот. Вот. Вот маленький такой у нас буфетик. Ой, как мило. И здесь у нас, да. Ой, как мило. Совершенно чудесные вещи. Ну, это всем известный сказочный персонаж, да. Понятно. Ну, хорошо, красивая коллекция. Угу. Нужно предусмотреть для посуды места в будущем интерьере. Конечно. Да? Я бы хотела, чтобы у нас это все было. Вы же здесь еще одежду храните. Да, так получилось, что здесь находится мой шкаф. Вот это? Да, но моя комната на втором этаже. Но свои вещи я храню в этом шкафу. А там места нет наверху? Тоже маловато. Там сложная конструкция крыши, поэтому да. Что за сооружение в центре комнаты, которое съедает, как мне кажется, 1/3 этого пространства? Мне очень нравится этот камин. Он как-то вписывается вот в наш сегодняшний интерьер. Да, это точно. Но я бы хотела вообще изменить жизнь совсем, кардинально. И он вряд ли впишется. Ну, он, по-моему, не особо сейчас используется. Да. Да? Конечно, хочется тепла. Угу. А от этого камина действительно тепла нет, только красота. Приходится вот буржуйку, она горит и заменяет красота здесь, тепло здесь. Не очень удобно. Хочется объединить, да, и красоту, и тепло. Хочется в одном. Вам здесь не темно? Очень темно. За окном наши ели. Ваше достояние. Наше достояние. Ели-то мы точно рубить не будем. Угу. А света не хватает. Одна люстра хочется, скромно да. освещает это пространство. Да. Хочется воздуха, хочется простора, хочется атмосферы. Ну, вам не жалко? Вы посмотрите, сколько у вас всего. Вот вам не жалко расставаться вот с этим столом, например? Еще не поздно сказать, уходи, дачный ответ. Нет. Пусть все будет так, как сделаете вы. Мы хорошо. Хотим жить по-новому. Хорошо. Дизайнер Оксана Коваль, работая над проектом, прочитала все стихотворные сборники нашей героини и придумала элегантный способ включить в интерьер самые яркие строки. Эти строки будут закодированы в интерьер. Угу. Мы сделаем это очень тонко и так, что издали мы не будем видеть, что там что-то написано. Каким образом это будет исполнено, пока пусть останется интригой. Что касается интерьера в целом, эстетика охотничьего домика уйдет в прошлое, как давно прочитанная книга. И, естественно, мне хотелось перестроить, убрать этот камин. Угу. Во-первых, он плохо функционирует, да, поэтому, как девочки решили, они пристроили другой камин. Да, и получается, что 1/4 пространства, которое могло бы наполниться как раз этим воздухом творчества, сейчас занимает, вот, к сожалению, нефункциональный камин. Конечно. Угу. Поэтому мы перестраиваем эту зону, мы встраиваем топку, где будет гореть настоящий огонь. Угу. С другой стороны у нас появится дровница. Будет очень удобно сложить много дров, чтобы они просохли, чтобы не выбегать на улицу, особенно в зимний период. С этой стороны у нас появится витрина, куда мы разместим все вот эти предметы, посуду, которая перешла от бабушки, мамы. Но сейчас ее не видно, а здесь она займет почетное место. И с этой стороны у нас тоже будет система хранения, которая будет полностью повторять архитектуру этой стены. А вот эта входная дверь специально будет зеркальная. И она будет отражать камин. Когда зажигается огонь, зажигаются свечи, и зеркало будет увеличивать количество людей, количество еды на столе, да? Да. То есть и огненные точки, создавать более интересную атмосферу. Отлично. В центре гостиную зону организую, мягкую. При том, что такую, что ее можно по-разному ставить, угу. ее можно соединять, и будет дополнительное спальное место. А, даже так? Конечно. Сейчас достаточно мрачно, одно окно. А у нас здесь появится несколько зон освещения, угу. с учетом того, что у нас за этой стеной кухня. Мы здесь делаем больше проем, вставляем стеклянную дверь, перегородку. И эта перегородка позволит нам свет впустить сюда побольше. Конечно. Стихи здесь можно будет писать? Здесь можно будет писать, читать, слесать. Класс. И все что угодно. Те, кто давно смотрит «Дачный ответ», знают, что практически в каждом выпуске нам приходится разбираться с ошибками, которые допускаются людьми при строительстве или создании интерьеров. И мы уверены, что дизайн лучше доверять профессионалам. Задача дизайнера интерьера – разработать концепцию проекта, сделать визуализацию, чертежи и в итоге создать функциональную, безопасную и красивую среду для людей. Это могут быть частные и общественные пространства. Дома, квартиры, офисы, кафе, рестораны и так далее. Хороший дизайнер просто обязан разбираться в инженерных коммуникациях, в конструкциях зданий, в отделочных материалах и быть в курсе того, что происходит на интерьерном рынке, следить за трендами.
Попробовать свои силы в дизайне интерьера и получить все необходимые знания можно на курсе «Дизайнер жилых и коммерческих интерьеров» в онлайн-школе дизайна «Контента». Школа с историей работает с 2015 года. В роли авторов курсов и менторов здесь выступают опытные дизайнеры. Среди них арт-директора и основатели собственных студий, чьи работы публикуют самые авторитетные интерьерные издания и платформы. Сейчас покажу вам буквально несколько свежих примеров работ студентов. Вот проект Анастасии Василицы. Важно, что 80% занятий практические. А это значит, что к концу обучения студенты получают не только знания, но и портфолио. А это, собственно, пропуск в мир дизайна. Без него сложно войти в эту сферу. К тому же в школе помогут установить и освоить инструменты, которые очень нужны дизайнерам интерьеров. Archicad, 3ds Max, SketchUp, Photoshop и Corona Render. И на все время обучения еще Archicad в подарок. Кроме того, у студентов будет возможность пройти офлайн-стажировку в известном архитектурном бюро, которое работало над дизайном офисов крупных IT-компаний. А в конце обучения карьерный центр школы поможет с трудоустройством. Оставляйте заявку на сайте с нашим промокодом «Переделка» и получайте скидку на обучение до 50% и в подарок курс для дизайнеров по насмотренности. Сканируйте QR-код и переходите по ссылке в описании. Далее в дачном ответе. Стол из антикварной древесины и проблемы с камином. С тобой сложно поспорить. С инженерами не надо спорить. Также в программе идем в гости героям резонансного выпуска дачного ответа. Во время переделки мы обнаружили, что их дом построен из шпал. Это крайне токсичное вещество. Конечно, жить в таком доме нежелательно. Узнаем, как живется семье в обновленном доме и покажем, как правильно высаживать луковичные под зиму. А правильно я вырвала? Да. Дачный ответ напишет новую страницу в жизни семьи Шарликовых. Превратим хижину охотника в элегантный салон. Подготовим место действия. От отделки избавились, убираем печь. В нашей истории она лишняя. Отбойный молоток поможет освободить пространство от массивного неработающего камина. Разбираем и кирпичный дымоход. Он был небезопасен для деревянных перекрытий. А теперь демонтируем напольное покрытие. Это узкие доски, уложенные по диагонали. После внимательного осмотра принимаем решение усилить основание. Наращиваем толщину опорных балок. Новый каркас намного надежнее старого. От конденсата и влажности защитит полиуретановая мембрана. Добавляем новые лаги. Такая конструкция выдержит любые жизненные перипетии. Минеральный утеплитель – проверенная защита от холода. К тому же не имеет запаха, не содержит токсичных смол, а значит безопасен для здоровья. Пленка защитит его от влаги и пара. Сверху крепим древесно-стружечные плиты. Между кухней и гостиной был маленький дверной проем. Мы значительно его расширим. Здесь позже появится сдвижная перегородка. Бревенчатые стены защищаем слоем пароизоляции. Она создаст замкнутый контур и не пропустит влагу внутрь дома. Выстраиваем металлокаркас. Он нужен для утепления и выравнивания стен. Минеральная вата не горючая, хорошо держится в конструкции. Укрываем ветровлагозащитой и зашиваем ДСП. Потолок тоже выровняем. Снова используем металлические направляющие, а уже на них крепим листы фанеры. Переходим к следующей части повествования – к каминной зоне. Выстраиваем подиум. Каркас деревянный, настил из ДСП. Сверху встанет короб. Его каркас зашьем плитами из силиката кальция «Изолмакс». Этот материал выдержит температуру до 1000 градусов и надежно защитит от возгорания. Для плотного соединения используем термостойкий герметик. Теперь все готово к появлению главной героини.
А вот и она, каминная топка модели «Сенатор». Изнутри камера отделана вермикулитом. Этот материал создает огнеупорный и изоляционный слой, препятствует теплопотерям. Наш незаменимый эксперт по печам и каминам Юрий Казак устанавливает новый дымоход. Двухконтурная система с изоляцией, которая не усаживается даже при температуре свыше 1000 градусов, снимет тепловое излучение и защитит деревянные конструкции дома. Все стыки плотные, возгорания можно не бояться. Вернемся к нашей стройке чуть позже, а пока вместе с самой юной участницей проекта отправимся к дизайнеру Оксане Коваль. Здравствуйте. Здравствуйте! Мы попросили Миру, внучку нашей героини, захватить сборник бабушкиных стихов. Книга понадобится для создания декора. Компанию Мире составят друзья дизайнера Варя и Ульяна и самоедская лайка Бисмарк. Ты зовешь нас? Ну, пошли. Оксана Коваль серьезно занимается керамикой. Даже собственную мастерскую на дому оборудовала. Авторские изделия из глины украшают почти каждый ее интерьер. Но в этом проекте не будет ни ваз керамических, ни абажуров. Оксана решила декорировать готовую плитку теплого шоколадного оттенка. Мы из этой книжки выбрали самые интересные строчки. И сейчас нанесем их на плиточку и распишем. Девочки разобрали понравившиеся строчки. Сухая глазурь разведена до консистенции сметаны. Но сначала текст выводят карандашом. Вот, молодец. И теперь самая ответственная часть. Надписи обводятся жидкой глазурью. А что мы наблюдаем? Вы рисуете желтеньким, а оно высыхает и превращается в белое. После того, как глазурь подсохла, компания отправляется на веранду. Здесь у Оксаны располагается муфельная печь. Плитки проведут в ней сутки. Помогайте, она тяжелая. Держим, 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 держим. Вот так. Оставшиеся плитки распишут, используя маркер-краску. В составе лак, поэтому после высыхания надпись не сотрется. Это не так увлекательно, как работа с глазурью, зато процесс идет намного быстрее и строчки ложатся аккуратнее. Что получилось в итоге, увидим совсем скоро, уже в интерьере. В доме нашей героини уже начинается чистовая отделка. Наносим плиточный клей на подиум и укладываем глазурованный керамогранит. Материал жаростойкий, искры и угли ему не страшны. Паркетный клей, экологичный и гипоаллергенный, обеспечит крепкое прилегание напольного покрытия. Это паркетная доска из коллекции Travel, приехала к нам из Испании. Обработана гидрофобным составом, не реагирует на изменения влажности и температуры. Каминный короб полностью готов. Стены с обеих сторон от него выкрасим в белый цвет. Позже здесь появятся шкафы в потолок и высокая дровница. А наш печных дел мастер проверяет качество проделанных работ. С помощью инспекционной камеры осматривает соединение рукава для подачи воздуха в топку. Прилегание должно быть плотным. Все в порядке. Можно развести огонь и проверить тягу. Наши герои жаловались на свой прежний камин. Он дымил и плохо разгорался. Юрий объяснит, в чем заключалась проблема. С ним были проблемы в том, что это, по сути, открытая топка, которая потребляет много воздуха. Для того, чтобы он горел и не дымил, ему нужно достаточное количество воздуха брать из помещения. Mm-hmm. А у героев были герметичные пластиковые окна и такой открытый камин. Ему просто очень трудно работать. Мы поставили новую топку и сделали целый ряд мероприятий для того, чтобы она хорошо разгоралась. Во-первых, у нас подача воздуха из подполья. Подводка воздуха у нас вот в этом подиуме. Вот внутри. Этом, да, красивом керамогранике внутри. Лучше всего брать воздух именно снизу, потому что для камина это хорошо, он не сразу с улицы поступает холодный. Тут лучше и дрова горят, более эффективно. Но еще плюс второй, мы сушим подполье. Это интересно. Интересно, все-таки камин не только греет то помещение, куда мы его поставили. И вторая причина, ему надо прогреть трубу. А труба, это была массивная кирпичная труба,
прогреть, которую сложно. Угу. Прогревалась быстрее, мы поставили дымоход. У него внутренняя труба из высококачественной нержавеющей стали, которая быстро прогревается. Он утеплен, и главное, что еще это будет безопасно. То есть мы вообще столько зайцев убили, мы и подполье... Внутреннее подполье просушиваем. Просушиваем, да. Мы нагреваем это пространство, да. Теперь, наконец-то, камин горит. И при этом дом в безопасности, потому что продемонстрировал нам эту трубу. Да, с тобой это сложно это... поспорить, Юра, всегда сложно. С инженерами не надо спорить. Это инженеры о вас заботятся. Это правильно, спасибо тебе. Отделим нашу гостиную от лестничной площадки. Устанавливаем скрытый короб. Он из цельнолитого алюминия, это значит, что деформация ему не грозит. Элегантная дверная ручка быстро монтируется благодаря заранее подготовленному отверстию. Соседнюю стену зашиваем потолочно-стеновыми панелями в светло-сером оттенке. На ощупь покрытие фактурное, шелковистое. Идеально совпадает по цвету с дверным полотном в такой же облицовке. И еще один скрытый короб и черный графичный профиль. Дверь, ведущую в прихожую, по задумке дизайнера, сделали зеркальной. Потолок и стену с окном декорируем панелями в шпоне. Они легко собираются, надежно фиксируются и не подвержены деформации. Светлый оттенок выбеленного дуба добавил пространству тепла. Переходим к установке сдвижной перегородки. Литые каретки с роликами, которые приводят в движение створки, обеспечат долгие годы их работы. Стекло полупрозрачное, с одной стороны зеркальное. Радиатор прибыл из города Кимры. Модель «Батария», цвет серый графит. Прибор компактный, но со своей задачей справляется прекрасно. Гостиная преобразилась, но Оксана Ковали решила внести небольшие коррективы. Стекла в перегородке перевернем, так, чтобы зеркальная их сторона оказалась в зоне гостиной. Так практически не будет видно кухни. Немножко я, наверное, не доглядела. Когда я сегодня попала на объект, я увидела этот эффект, что у нас всегда зеркалится кухня. Мы уже согласовали, нам просто стекла перевернут. И мы специально в этот проект взяли именно это остекление. Только для того, чтобы зрительно поломать это пространство. Потому что в гостиной мы потом будем видеть продолжение гостиной и намек на кухню. В отражении зеркала. В отражении зеркала. Понимаешь, то есть у нас будет ощущение, что здесь метров 150 квадратных, да, хотя помещение очень маленькое. Помимо того, что перегородка создает необходимый эффект этого расширения и объединения, она еще и надежная. Стекло в прочном алюминиевом профиле. Да? Ты заметил, как легко перемещается и передвигается? О, тихо, плавно. Нет никаких треков на полу. То есть, это самое важное. Это перегородка из коллекции графика. Из этой же коллекции у нас входная дверь. Так еще и с зеркалом. Когда мы будем зажигать камин, в зеркале появятся отблески огня. Mm-hmm. Тем самым мы тоже расширим пространство. За счет того, что все двери в скрытом коробе, у нас как раз вот такое полотно чистое в интерьере получается. Очень гладкий фон, очень прочный. Например, на этой стене очень такой тактильно приятный, да? Угу. Стеновые панели, они широкоформатные. Это такое покрытие, шелк, оно матовое, очень теплое и приятное, да? На потолке на этой стене они немножко другого формата. Угу. Укладывается это все очень просто, примыкает друг к другу легко. Смотри. Очень простой замок. По вертикали 2G, по горизонтали 5G. Есть еще фиберглассовый язычок, вот он, который обеспечивает плотное примыкание. Поэтому мы с тобой не видим стыков. И двери, и перегородка, и потолочно-стеновые панели преобразили наше пространство. Все это нам сделали на фабрике «Софья». И, по-моему, идеально получилось. Пол у нас тоже новый. Это паркетная доска. И это очень приятно, потому что здесь можно просто босиком ходить. Есть такое правило. Если ты хочешь, чтобы лучи солнца правильно поступали в пространство и раздвигали его, то всегда напольное покрытие укладывается в сторону окна. Притягиваем солнышко к себе в интерьер. Пока Илья следит за ходом переделки в доме трех очаровательных дам, наша вторая ведущая Виктория Панина едет в гости. Героем одной из прошлых резонансных программ. Все, копаем. Вот, молодец. Прыгай. Еще раз. Еще разок. Оп. Замановы обзавелись домом в разгар пандемии. Подкупила наличие газа, воды и ажурных наличников.
Не устраивали только крошечная кухня и столовая. Даже любимое семейное блюдо, пельмени, готовить было тесно. Вот так бочком да, у вас все ходят. Друг за другом боком ходят. Мы как пингвинчики. Поэтому полтора года назад они и обратились за помощью в дачный ответ. Переделка случилась, и такая глобальная, что мы не могли не проверить, как Замановым живется в обновленном доме спустя время. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Илья Западенец сказал, что к вам только с пельменями. В гости! Сварим, потом дружно попробуем. Да, да, да. А пока расскажите мне, как вы здесь. Я уже вижу некоторые изменения. Мы свои кружева покрасили все на доме. Планируем еще здесь веранду мы доделать. Ну, в общем, работы еще много. Это только начало. Я смотрю, вы огородом, садом занимаетесь. Осень, время посадок. Это у нас абрикос. Ух ты! Да. Подмосковный. Чеснок собираемся сажать, цветы собираемся сажать. Прекрасно. Сегодня как раз приедет Дмитрий, наш специалист, который разбирается в этом тонком вопросе. Да, он поможет. Но мне, конечно, не терпится посмотреть, что там внутри. Как раз дождик начинается. Может быть, мы... Да, пойдем. Быстрее. Пойдем. Но сначала напомним главные этапы нашей переделки. Целью автора проекта Анны Добраковской было объединить две комнаты и прихожую. После вскрытия выяснилось, что потолок кухни практически провалился, полы во всех помещениях имели разную высоту, а сам дом был выстроен из железнодорожных шпал, пропитанных криозотом. Это крайне токсичное вещество. Конечно, жить в таком доме нежелательно. В нашей программе мы первый раз сталкиваемся с таким решением, поэтому даже вот сложно сейчас предположить, что мы с этим будем делать. Ну, в любом случае, будем искать какой-то выход. Мы удалили отделку, заменили окна, заново выстроили пол, после чего заказали экологическую экспертизу. Специалист выдал заключение. Помещение, где вот все сняли, то есть непосредственно всю отделку, там концентрация фенола была в норме. А в соседних спальнях все оказалось не так благополучно. Фенол впитывался в те или иные конструкции того же там дома. Они не тронуты, то есть небольшое превышение остается. Необходимо провести замену внутренней отделки и так далее во всех комнатах. Но главное, мы могли спокойно продолжать работу в основном пространстве. Выровняли, укрепили потолок, три маленькие комнаты превратили в одну большую. Организовали просторную белоснежную кухню со всей необходимой техникой. Обустроили гостиную. Доминантой интерьера стал стеллаж-камин, напоминающий русскую печь. Он также замаскировал проходную зону с дверьми в спальню. А еще мы сделали задел на будущее. Прорубили проем на террасу, где Заманова планировали выстроить санузел. Юля, иди посмотри. Она что-то нашла. Посуду теперь мыть. А здесь еще дверь. Куда она ведет? А, у нас здесь стол стоит. Какие вы молодцы! Здорово, они подчеркнули деревенский дом. Все, как вы мечтали, ребята. Да мы даже не могли себе представить, что это так можно сделать. Но мы сделали это! Ура, ребята! Добро пожаловать. Ой, поменялись местами. Как мы вас встречали с такими же вздохами, так и вы теперь вас. У меня ощущение, что ничего и не изменилось. Мы были так всем довольны, что мы вообще ничего не меняли. Только немного обуютили. Все очень удобно, мы всем пользуемся. Кухня, все как мы хотели. Единственное, что мы добавили коврик для уюта немножко. Да. Коврик, маленькие столики вот эти стеклянные. Расставили по комнатам. Очень нравится свет. Мы, бывает, вечером включим только вот этот свет над столом. Очень уютно. А когда там большая компания, то включен, конечно, везде весь свет. А еще хотим вам показать, что мы сделали за этой волшебной дверкой. Так, показывайте, Руслан, ведите. Да, пристройку мы ее сделали своими руками. О, как тут все изменилось. Здесь же не было ничего, улица была. Да, здесь был только фундамент. Здесь мы сделали гладильную сушильню, там санузел. Это так всегда здорово видеть, что герои не останавливаются на нашей переделке, а продолжают уже в остальном доме. У нас все в таком же стиле. Фотография. Вот фотография ваша, обратите внимание. Чтобы всем гостям сразу показывать, что у нас был дачный ответ. И многие вопросы сразу отпадают. Как это мы так смогли сделать такой шикарный ремонт? Ну вы шикарно его продолжили. Да. Ну сначала тут всю мебель пришлось
в центр убирать. Потом все красили, тут тяжело было. Тяжело. Но справились. Да. А мебель, получается, вы вот по этому коридору все затаскивали, да? Да, да. Все замечательно прошло. Надо кого-то освободить. Тут очень хочется к нам присоединиться. Да. В комментариях наши зрители писали, что, мол, зачем такой узкий коридор мы вам сделали? Все очень удобно. Ребята взяли, разложили диван, занесли. А еще, знаете, в комментариях писали про белый цвет. Будет все постоянно пачкаться, кухня белая. Как это так? Такого, что прям каждый день я убирала, там все вымывала, нет. Вообще белый цвет как чистота какая-то, ну и мы поддерживаем чистоту здесь. Полина рисует на бумаге, на стенах не рисует, поэтому нет проблем. Камин работает. Пользуйтесь, да, смотрю. Да, отличный он. Да. Зимой нагревает комнату очень быстро, если нас, например, здесь не было, мы приезжаем, включаем буквально 5-7 минут, и уже комната теплая. После выхода программы, Руслан, очень многие писали и выражали свои опасения относительно шпал, которые нашли наши строители во время переделки. Мы сделали изоляцию стен, как рекомендовали ваши специалисты, и, естественно, заменили окна. Потому что это для нашего здоровья, для здоровья детей. И еще хотела я добавить, когда вы нас первый раз завели сюда, мы охали и ахали, то, что нам нравились холодильники, и кухни, и все. А после того, как мы посмотрели вашу передачу, конечно, мы поняли, какую работу вы проделали. Делали. Огромное вам спасибо. Ну, нам не хватает только вот чокнуться чем-нибудь. Это прозвучало как тоже. Пельменями, да, нам нужно поставить пельмени. А мы, девчонки, пойдем сажать тюльпаны. Дима нас уже ждет. Дим, мне кажется, можно уже не договариваться о встрече. Я знаю, где тебя найти. Да, если наступила осень, значит, мы будем высаживать цветы. Да. По крайней мере, те цветы, которые нас будут радовать весной. Посадим тюльпанчики. Это сделать не так сложно. С командой. Берем каждый по совочку. Луковицы высаживаются на глубину приблизительно 2-3 размера самой луковички. Держим. Доставай. А как далеко друг от друга они должны луковицы быть? Ну, вы же видели, на клумбах достаточно близко располагаются. Поэтому можно их высаживать буквально на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Принимайте решение. Да, как сажаем? Как цветочек. Давайте. Вот. Отлично. Здесь будет яркий, а здесь будет А можно посередине лилию посадить. Да. Так, а лилия, смотри, вот тут у меня как раз. Да, восточная. Это махровая лилия, такая она красивая, такая насыщенного цвета розовая. Да. Давайте. Вообще луковицы любят рыхлую, такую хорошую, вкусную почву. А правильно я вырыла? Да, для ямка луковицы. По глубине вообще отличная. Туда мы чуть-чуть еще добавим вкусняшки для самой луковички, чтобы ей было что покушать. Для того, чтобы хорошо расти, необходимо питание. И питание желательно должно быть пролонгированного действия, потому что лишний раз удобрять это время, и опять же мы можем забыть. А здесь мы один раз вносим, и дальше просто получаем результат и им наслаждаемся. Это будет как раз Сион Протект для цветов. Открывайте баночки, да. А я открою мешочек. Субстрат повысит иммунитет растения, соответственно, растение будет устойчивым к перепадам температуры, к заморозкам и более устойчивым к грибковым инфекциям. Давай, засыпай. Сколько у нас сидим? Да. Достаточно всего лишь там 2-3 столовые ложки на одно растение, но передозировка у нас абсолютно невозможна, поэтому мы сюда внесем ложечки 4, потому что луковиц у нас достаточно много. Высаживаем их донцем вниз. А донцы — это там, где попка луковицы? Точно, это там, где будет корешок. Дим, ну я так предполагаю, поливать нам не нужно. Ну, судя по всему, я думаю, природа это сделает за нас. Нам нужно, по-моему, быстрее убегать. Да, к тому же нас в доме ждут пельмени. Ой, а у вас уже какие-то мы вас ждем, да, мы вас ура! Ждем. Чаем. Согласно вашей семейной традиции, я когда готовила пельмешки, в один из них положила перец. Готовы? Да. Да? Да. Готовы? Раз, два, три. Нормально. Юля, я вас поздравляю, вы выиграли этот конкурс. Ура! Что хочу пожелать, чтобы в вашей семье было вот так вот мало перца, минимум, а все остальное занимали хорошие, добрые, чистые, прекрасные эмоции. Спасибо вам огромное. Налетаем. Там больше нет перца, едим спокойно. Ура! Ура! «Дачный ответ» продолжает писать новую историю в старом доме. Вводим новых персонажей. Устанавливаем шкафы из ЛДСП, произведенных в городе Сыктывкар. Плиты экологичны, пониженное содержание формальдегида делает их безопасными для здоровья. Теперь наши героини без проблем разместят свой гардероб. Все хранение мы организовали вот здесь, в этой незаметной стене. Открой, пожалуйста, этот Давай. Шкаф. Мне очень нравится, потому что он начинает светиться, Конечно. Когда его открываю. Здесь Слушай, специально... какой большой, Оксана. Предусмотрен для навески одежды. Ага.
И сделали специальную подсветку для того, чтобы было видно, что находится в шкафах. Это антресольные шкафы для того, чтобы можно было разместить сезонные вещи. Ой, тоже места там как много. Места много. Хоть гитару клади. И здесь очень удобно. И чемоданы, слушай, иногда, да? Если вот мы откроем этот шкаф, вот открой его. Здесь мы предусмотрели, видишь, для длинных вещей, для, например, платья, потому что в доме же вы девочки. И предусмотрели достаточно объемную часть полок для размещения свитеров, да, то есть каких-то других вещей, которые требуют именно такого хранения. Вместительно, да, и все под боком. Помню, у них здесь стоял маленький такой угловой шкаф, прям вещи все падали с него, еле закрывались двери. Сейчас у них получилась очень такая уютная, комфортная, закрытая зона хранения, интегрированная в стены. То есть люди, которые будут здесь находиться, даже не будут догадываться, что там вещи. Да. Строительным миксером замешиваем плиточный клей «Основит». Он не пылит и подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Наносим состав на каминный короб и фиксируем плитку. Над топкой появляются стихи нашей героини. Легкий акцент в сдержанном интерьере. Золотые строки на контрастном фоне будут притягивать взгляды. По обе стороны от камина выстраиваются места хранения. Шкафы из тех же плит, что и на противоположной стене, поддержат симметрию в интерьере. По углам короба в черном цвете. Дверцы открываются нажатием. Короб слева оставим открытым, это дровница, а тот, что справа, дополняем стеклянным фасадом. Камин, да, вот представляешь, насколько вот этот какой-то переворот на 180 случился. У нас был вот этот пухлый, большой такой. А теперь ты сделала его таким незаметным, но при этом и функциональным, и красивым. Мы его, во-первых, интегрировали. Тем самым у нас появилась возможность еще продлить эту стену, и у нас появилась большая зона хранения с двух сторон от камина, да, то есть закрытая, куда можно разместить как вещи, также какие-то бокалы, посуду, да. Бар, наконец, да, куда-нибудь там. Бар. Наливочки спрятать. Да. На противоположной стороне у нас витрина. В семье есть очень ценные вещи, которые переходили от бабушки, прабабушки. И как раз в эту витрину с подсветкой мы их и разместим. Я думаю, что это тоже, как и эти строки, да, из стихов. Индивидуальность интерьера объединяет придадут. И придает индивидуальность этому интерьеру. Мне нравится, в доме порядок, в доме уют, девочек любят, встречают и ждут. Да, и это ведь очень классно, когда ребенок вкладывает свой труд вот в будущий интерьер, и это бабушкины стройки, и она сможет всегда их прочитать, увидеть своих петухов, которых она рисовала. Корявенько, кривенько, но с душой. Это была и задумка, чтобы не привлекать художников, которые бы нам очень красиво написали, а именно привлечь детей, ну, потому что любовь пишет для детей. Подоконник из акрилового камня «Грандекс» устойчив к влаге, плесени и загрязнениям. Притопочный лист у камина защитит напольное покрытие. Розетки и выключатели серии «Весна» в цвете «Титан». За освещение нашей поэтической гостиной будут отвечать лаконичные трековые светильники. Для уютных вечеров в кругу друзей организуем диванную зону. Положение спинки можно регулировать для максимального комфорта. Ткань обивки букле легко чистится и надолго сохраняет свой первоначальный вид. Высокие тонкие ножки добавляют всей группе легкости. Расстелим безворсовый ковер из шерсти и джута. Стол из лиственницы изготовлен в мастерской Натальи Моисеевой. Материалом для него послужили бревна старого купеческого дома. Их возраст более 150 лет. Мягкая мебель на месте? Давай тестировать. Ну, тебе комфортно, удобно? Ой, да, отлично. Отлично. Я люблю вот так, чтобы можно было облокотиться, и поддержка шеи есть. Ну, здесь и специально так сделано для того, чтобы все могли плюхнуться, наслаждаться,
и расслабляться. Да, еще мне нравится все-таки, какую мы фактуру подобрали, какую ткань подобрали. Это букле. Внутри золотистая. Идет рыжая, да, нить, рыжая, которая дает вот этот объем. Немножко добавляет он цвета, да, и наш интерьер становится более теплым. Нашлось пространство для того, чтобы вот такой столик организовать, да, сюда положить книги. Но это вещи. Очень удобно. Здесь же есть розетки с USB-разъемом для зарядки. Может, ночник какой-нибудь сюда, например, поставить? Конечно, можно. И ночник. Ну, то есть я думаю, что лишние розетки в интерьере не бывает. А тем более в зоне дивана. У нас две группы диванов. К нашей героине приезжают студенты. И вот мне хотелось создать именно ту атмосферу, когда люди разговаривают глаза в глаза. Mm-hmm. Вот как мы сейчас с тобой, да? Но если ты пересядешь на этот диван... Или перелягу. Или, ну, сначала пересядешь. Нам с тобой намного приятнее, да, разговаривать. Да. Согласись? Да. Потому что мы не напрягаем мышцы шеи. Да. А теперь можешь лечь. Пожалуйста. Потому что этот диван специально спроектирован таким образом, чтобы люди на нем могли и остаться, если вдруг не захотели уезжать домой. Твой бархатистый голос, Оксана, меня убаюкивает. Вот. Ну, это же здорово. Столик. Столик объединяет эту зону, да, то есть он такой достаточно массивный. Это настоящие бревна для того, чтобы мы могли его использовать по назначению. Мы могли на нем читать стихи, например, дети, да, и он не поломается. Я наблюдала, как делали этот стол, и весь процесс от сушки, а он сох практически месяц, это прям произведение искусства. Да. Окно обрамим шторами из натурального льна. У дивана разместим легкий мобильный журнальный столик и светильник с сенсорным управлением. Под таким торшером будет приятно и удобно расположиться с книгой. Поленья занимают места в дровнице и в камине. Живой огонь сделает душевнее и теплее поэтические чтения в гостиной, а электрошвабра сделает проще уборку. Соберет мусор и одновременно пол вымыет. Ролики всегда смачиваются только чистой водой, а грязная собирается в отдельной емкости. Работает от аккумулятора, провода мешать не будут. Подпись основателя на электрошвабре Kärcher Signature Line означает, что комплектация максимальная и гарантия расширенная. Мы почти закончили. Осталось заполнить витрину. Места в ней много. Поместятся и фарфоровые фигурки, и чайные пары. Экспозицию можно менять. В камине уже горит огонь. Скоро наши героини вернутся домой. Огонь, сколько у него магии, да? Испокон веков люди обожали сидеть вокруг огня. И камин в доме, особенно на даче, я думаю, что это одна из ценностей. Конечно. И заметь, здесь очень тепло. Да, очень тепло, да, друзья, здесь жарко. Ну и здесь светло, вот это тоже важно. Ну, светло, потому что мы использовали достаточно современное освещение и рассчитали свет таким образом, чтобы здесь было комфортно, уютно и теплое освещение. Заметь, да, что у нас достаточно интересные использованные приемы. У нас появилась большая вот такая перегородка зеркальная. Связь между кухней и гостиной. Ну, это такой некий портал. Да. Помещение маленькое, оно всего 23 квадратных метра. И мне бы хотелось объединить его с кухней, чтобы можно было открывать перегородку и иметь большое помещение. Да. У нас творческая семья, творческие герои. Откуда-то мысли, откуда-то вдохновение нужно черпать. И мне кажется, вот этот новый интерьер, абсолютно отличающийся от того, что здесь было, это еще один источник вдохновения.
решение. Смотри, у нас с тобой есть тройки написанные и изданные, но очень много пустой плитки, которая позволяет дальше заполнять новыми стройками, которые будут рождены в этом интерьере. Да, конечно, в таком светлом и чистом пространстве придет вдохновение, и я думаю, любовь напишет еще не один томик стихов. Ну, теперь ничего не будет отвлекать и будет творить. Тем более, что можно освободить уйму времени и для более земных дел использовать приложение Т-банка. В разделе «Город» легко забронировать столик в ресторане, записаться в салон красоты, купить билет в кино или в театр, заказать доставку продуктов на дом, а еще оплатить покупки и услуги с выгодным кэшбэком. Это здорово, потому что я сама пользуюсь этим приложением и очень люблю. Какая у тебя любимая категория? Я заказываю продукты питания. Продукт. Нам продукты пока не нужны, хотя подзарядиться после такой стройки хотелось бы чем-нибудь. Да, большая работа была проделана, но я думаю, вот та новая жизнь, тот новый глоток вдохновения, о котором они просили, нам удалось с тобой внести в этот дом. Давай мы не будем гадать. Давай. Уже скоро герои сами это увидят. А мы посмотрим их реакцию. А мы с удовольствием. Это очень интересно. А мы с удовольствием это сделаем, друзья. Будем встречать героев. Сегодня мы переделали гостиную для семьи Шарликовых. Наши герои уже на пороге. Привет! Привет, друзья! Здравствуйте! Какие вы красивые. Спасибо. Леди! Рассказывайте, как дела, как настроение? Настроение хорошее. Считаем каждую минутку. Ну, вообще, вы в такой композиции осенней. Такие у вас цвета красивые. Вы прям вдохновленные, да, и отдохнувшие. Как вам вообще без дачи, да? Плохо очень, да. Не хватало солнца этого года. Не хватало посиделок. Ну, мы можем еще немножко погадать. Мы там пока обои доклеиваем. Мне нужно вас чуть-чуть задержать. Лера, какие чувствуете цвета там? Как вот одеты вы в данный момент? Такие яркие или что-то более приглушенное? Я думаю, что будет светлое. Ага, Мирочка, ты думаешь, что там? Темное. Темные силы. Как думаешь, бабушка вообще с мамой как отреагирует, если там будет темно? Хорошо. Хорошо, да? Я очень хочу, чтобы были светлые полы. И я хочу, чтобы там была плитка. Хорошо, и хочу, чтобы были теплые полы. Чтобы там было тепло. Да. И душой, и телом. Да. А что за чашечка у вас в руках, любовь? Это вам подарок-загадка. Как вы думаете, кто изображен на этой чашке? Это герой сказочный Льюиса Кэрролла. Этот герой изображает время. Это совершенно кролик, верно. Кролик. Это кролик. Кролик. И вот вам подарок от нашей семьи, чтобы у вас всегда было время для чаепития. Какой милый, а? Ну да, спасибо большое. Ну что, у нас есть кролик, у нас есть вы, и это значит, мы можем идти в новый интерьер. Вперед! Вперед! А, вперед! Ой! Мамочки! Ой! Мамочки! Это что? Это дом другой. Потрясающий. И я. А я? Весь... Что? Все так. Открывайте, да? Пожалуйста. Миша, нажимай. Вот. Ты боялась, что у тебя не будет шкаф. Боже. А у меня? Где мой? Ну вот, можешь, Мирочка, открой тот. Он тоже открывается, пожалуйста. Это будет твой. Вот и все. И он тоже загорается. И ты сюда складываешь все, что хочешь. Меня поразила зеркальная дверь. Я как Алиса в Зазеркалье. Великолепный. Да-да-да. Цвет такой спокойный, не раздражающий. Прям такая таблетка. Успокаивающая. Ой, какая мягенькая. Красота какая. Это же из моих стихов. Да, это строчки. Мама, из ваших стихов. Все, да. Скрижали. Там что-то есть.
Вот здесь тоже. А тут, тоже шкаф? Или что? Тут левый, все... да, открывайся, открывайся. Левый. С другой смелее, стороны. Смелее, конечно. Раз, и левую тоже. Два, и еще раз. Хватит места на все. И здесь, и вся стена. Вот, например, здесь ниточка. Ящик у вас. Ой. Как бы есть волшебный тоже, знаете, сюда что-нибудь спрятать можно. Книжечки. Здесь есть розеточки. Ух ты! Тоже на кнопку нажимаешь. Нанотехнологии. А какая дровница стильная, великолепная просто. Даже вообще все очень удивительно. Отдельная комната. Просто совсем, самая да? Лучшая, самая и она закрыта. Закрыта тоже очень важно. То есть, если остался гость, у него есть своя комната. Да. А мне да. нравится да. освещение. Не висит ничего, но все как-то освещается. Да. Замечательно. Если что, кстати, вот, например, перегородка, она же открывается вообще вот так вот, как бы полностью. Ага. Да, вот только одна створка глухая. Ну, то есть у вас взаимосвязь между кухней и гостиной останется. Илья, да. очень хотели самые дорогие друзья, самые близкие посмотреть интерьер сегодня. Конечно, можно? Конечно. Мы же для этого гостиную создавали, да, чтобы вы приглашали сюда своих друзей. Сейчас я за ними схожу. Они где-то здесь. За забором. Все, иду. Ничего себе! Красота! И тепло! И тепло! И камин! И столько! Так, хозяева, наши соседние подарки. Очень красиво! Лер, на стол! Да, прям здорово, здорово! Нравится вам? Безумно! Да ты что? Не ожидали, что настолько круто будет. Сколько места нам теперь хватит? Давайте все-таки сядем все. Да. Первый выходной. Мы собираемся здесь на литературный вечер. Да. Мы за вас очень рады, раз вам понравилось. Да, понравилось, да. Очень просто тепло здесь. Даже не ожидали, что настолько как было, да. Вроде комната меньше стала, но столько всего. Зеркальность увеличивает объем, поэтому, так сказать, и даже закрытая она... тоже хорошо смотрится. И хорошо, что темно, и мы не видим, что там. Но вас оттуда видно, если что, так что вы здесь аккуратнее веселитесь. В общем, все, друзья. Огромное очень спасибо. Красиво. С переделкой вас. Поздравляю. Спасибо. 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 Ну, то, что мы увидели сейчас, это очень хорошо. Я действительно довольна. Я думаю, что мне здесь будет уютно. Прекрасно. Мне здесь очень нравится. Стол великолепный совершенно. Какой-то он сказочный. Мебель прекрасная. Цвет великолепный. Можно лежать, вообще не вставать. Потом, ты знаешь, вот как будто бы лен. Все такое натуральное, да? Это вот будто бы лен. Это вот натуральное дерево. И современное какое-то. Вот такое вот, да, современность. Прям чувствуешь сегодняшний день. Хранение тут, мне кажется, вся комната это хранение. Очень много шкафов, как я и хотела. Я думала, что совсем невозможно вписать наш советский фарфор. Посуду 19 века. И она смотрится современной, потрясающей. И даже нашлось место зайцам. И, конечно, камин. Не наш вот этот, который стоял неиспользованный, такой тоскливый, темный, одинокий. Здесь все располагает, чтобы каким-то осенним холодным вечером сесть с чашечкой кофе, затопить камин и написать пару новых строк. Вот как салон такой, маленький салон, мадам Любови. Ну, не деревенский дом такой, где мы там все с картошкой, моркушкой, да, возимся. Здесь хочется читать, слушать музыку. Такого возвышенного хочется, такого красивого. Мы вас приглашаем. Приглашаем на наши вечера. Мы вас полюбили. Thank you.